При приемке Чира рыбовод Кирилл Рау оценивает только что привезенные экземпляры. Два дня назад этого щекура выловили в горной Саби, чтобы сцедить икру и вырастить мальков. Хорошая, да, хорошая качественная рыба. Я думаю, хорошую икру даст, и самцы хорошее семя дадут тоже. За один раз в сачок попадает пара экземпляров. Больше нельзя. Щекур – рыба нежная, можно и повредить. Порядка сотни самцов и самок из этой емкости на лодке перегружают в специальные контейнеры. Для них воду берут из Саби, чтобы сохранить кислород. Его запаса хватит, чтобы донести рыбу до цеха. Уже там щекура встречает Диляра Маматова. Каждую рыбину девушка берет аккуратно, прижимая к фартуку, как малыша. Они с базы на аэролодке до сюда. Потом их сюда доставили в синих ящиках. И затем мы аккуратненько их сортируем. Самок от самцов и закидываем бережно в бассейны, чтобы получить самую лучшую икру. После объявления пола рыбу отправляют в один из бассейнов. Самка. Самцов и самок отличают по брюшку. У самок оно округлое и мягкое, а у самцов более плотное, твердое. В этот раз только при первом заходе уже насчитали 34 особи женского пола. В партии, которую завезли неделю назад, из 100 рыб 80 были самцы. В целом же в этом году от дикого стада чира икру будут получать в седьмой раз. Сам процесс сцеживания икры на рыбоводном этой осенью начнется, когда температура в Саби будет ниже плюс 2 градусов. Именно в таких условиях рыба быстрее доходит до кондиции. При понижении температуры самочки и самцы начнут созревать и отдавать половые продукты. Далее мы их сцеживаем, оплодотворяем и помещаем на дальнейшую инкубацию в аппараты Вейса. После в течение полугода икринки инкубируются. В апреле, когда выклюнутся мальки, их дорастят до 1,5 граммов. И уже в июле выпустят водоемы Ямала. Ну а их родителей припишут к ремонтно-маточному стаду завода. Вера Дронзикова, специально для Тюменской службы новостей.